Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, часто приходится спускаться вам? Я пятые сутки уже не спускаюсь, потому что больные ноги. Оно постоянно стреляет, разрывается, очень страшно. Я прибежала и медленно за мной вот люди бегут, а я как черепаха. И я тут сижу пятый день, не вылажу. Да, вот соседи. Тут... Бежать со второго подъезда. Да. Да. Мы живем во втором подъезде, вот да. Ирина Григорьевна, мы живем во втором подъезде. Нам приходится бежать через улицу сюда. Они же стреляют, все разрывается, а мы бегим в другой подъезд. Понимаете, как это страшно? И опасно все. Сижу здесь пятые сутки. С собачкой же. Подъезды тоже посмотрите, там да. Одни сплошные окна. Окна, там да, бежишь по подъезду, страшно. Да. Вон с малым бежим тоже, я не знаю, уже спринтером стала. Я давно так не бегала. Вот. Потом смеемся, сидим, как мы бежали, да? Да. Как, когда опасность миновала, потом уже у нас такой истерический смех. Сколько обычно вас тут человек? Максимальное количество? Ой, первое время много было, а сейчас то поехали. Да, поуезжали много. Вот, да, соседи наши тоже, вот женщина с палочкой и постарше женщина, поуезжали, потому что... В Луганск уехали, в Стаханов уехали, где потише. Да, где потише. Не можем бегать, не можем. Молодежь, видите, чуть-чуть повеселее они. А мы спустился, боишься вылезть, потому что не успеешь. Только начинают стрелять, сразу это обратка, все разрывается, шипит, звенит, трещит, что делается. И в этот момент надо пробежать от второго подъезда до первого. Это пожилому человеку фактически невозможно.